Предпоследняя суббота апреля выдалась не только на редкость солнечной и теплой, но и плодотворной. В заключительном субботнике в рамках месячника по благоустройству приняли участие сотрудники областной, городской администрации, главы внутригородских районов, представители учреждений здравоохранения, образования, объектов потребрынка и промышленных предприятий. Сотрудники ТСЖ и ЖСК также мотивировали самарцев к наведению порядка во дворах и прилегающих к ним территорий. У нас еще запланирован один средник на этой неделе. Я думаю, за эти 5 дней те планы, которые мы наметили на период месячника, будут выполнены. Ну и в приоритете остается сейчас подготовка мест к 1 мая, 9 ну и к весне. По убранным в субботу территориям перед мэром Самары отчитались главы внутригородских районов. В общей сложности в каждом из районов наводить порядок на городских локациях вышли от 4 до 7,5 тысяч человек. Люди избавлялись от старой листвы, приводили в порядок деревья, бордюры, укладывали собранный мусор в пакеты. Для его быстрого вывоза в городе была создана группа по взаимодействию перевозчиков с региональными операторами. Я считаю, что движемся нормально, но территория, конечно, еще требует дополнительной уборки. Мы оцениваем, что на сегодняшний день те планы, которые мы строили по уборке, выполнены процентов на 80. Надеемся, за неделю, которая осталась у нас до конца месячника, подтянуться и все планы наверстать. Почти во всех районах Самары к уборке подключились волонтеры и неравнодушные жители. Многие из них наводить чистоту выходят ежегодно, считая это своим долгом и доброй традицией. Достаточно количество людей работало, техники работало, сама видела. Помогли нам и предприятия, спасибо населению. И хочу обратиться к вам с просьбой, чтобы вы всех активных участников субботников, средников поощрили, сказали им огромное спасибо. Отдельное внимание уделили локациям, которые в этом году участвуют в голосовании в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. За понравившуюся территорию на общегородском субботнике могли проголосовать все желающие. Жителям города помогали волонтеры. Обсудили на совещании в мэрии и вопрос организации пассажирских перевозок на городские кладбища в дни религиозных праздников. Они традиционно будут осуществляться по 8 маршрутам – до Рубежного, Южного, Лесного и Зубчининовского. Для этого в столице региона задействуют 58 маршрутов. Работа у нас осуществлена по расписанию в экспрессном режиме. Ранее мы, значит, накапливали людей, они у нас садились, соответственно, как бы после наполняемости автобуса. Сейчас это у нас абсолютно рейсовое расписание, то есть у нас в 7 часов начало перевозок, и, соответственно, в 15:30 мы проводим контрольные рейсы по вывозу всех наших пассажиров с кладбищ. К садово-дачному массиву автобусы поедут со 2 мая, а завершатся перевозки к концу октября. На всех запланированных маршрутах будет задействовано до 52 единиц транспорта, автобусов среднего и большого класса вместимости. Как и в прошлом году, перевозки будут организованы по 29 маршрутам. На даче с мая по сентябрь можно будет уехать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также нерабочим праздничным дням, а в октябре только в выходные. В городском дептрансе напоминают, в связи со сложной эпидобстановкой в транспорте по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.